Приветствую вас, друзья, BMW X3, и у нас с вами вот такой вот жесткий залом по усилителям, по всем проходит. Вот здесь снизу рубцы, несколько штук. Вот. В общем, работа такая непростая, достаточно сложная, объемная, и по времени, и по затратам. Работаем. Стук, поскольку у нас очень жесткий, вот этот вот плюсовой залом проходит через всю длину, мы этот залом разжимаем, то есть мы поднимаем его края и уже по поднятию краев пробиваем сам залом. Не просто пробиваем залом сразу же, да, а пытаемся приподнять края, сделать залом более пологим, чтобы он лучше расходился в края. Так, друзья, всю силовую работу мы выполнили на автомобиле и уже чистку производим на снятой детали, потому что это быстрее, это удобнее, у нас есть доступ со всех сторон, у нас есть обзор со всех сторон, поэтому у нас есть удобство работы, потому что мы стоим, а не стоим, извините, в скрюченном положении, поэтому так быстрее и проще. Поэтому всю работу уже выполняем инструментом на снятой детали. Вот вы видите, что потихонечку картинка вырисовывается. Вот. Будем показывать, что будет дальше. Плейнер тяжелым молотком, потому что у нас здесь достаточно много плавных плюсов разбросаны везде. Такие остатки краунов, они такими волнами у нас тут идут. Вот. И при работе легким молотком рука начинает очень быстро уставать. У нас получился результат по этой работе. Ну, очень хороший результат на самом деле для такой сложной работы, для такой подтяжки, которую вы видели, да, помните, да, какой у нас был здесь плюсовой рубец, такой поперек перечеркнутый кризами. В общем, ну, гипер такое сложное повреждение, но за счет BMW-шных материалов и менее мастеров все удалось локализовать.